Муфтий Северной Осетии подал в отставку. Али Хаджи Евтеев по собственному желанию сложил с себя полномочия. Духовный лидер республики назвал причиной своего решения скандальное интервью одному из интернет-изданий. В интервью он рассказывал, что был учеником убитых лидеров подполья, в том числе Хаттаба. Кроме того, Евтеев приветствовал вооруженный джихад. Впоследствии муфтий извинился и заявил, что его слова были неправильно истолкованы.